В Чувашии откроется виртуальное представительство Государственного музея истории и религии. Это единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Представительство откроется в музее чувашской вышивки. С его помощью жители республики получат доступ к культурно-историческому наследию в контексте религиозной культуры регионов России. Здесь можно будет узнать об основах религиозных культур и светской этики, ознакомиться с экспонатами музея истории и религии. А их более 180 тысяч, причем древнейшие датируются 6-м тысячелетием до нашей эры. Открытие виртуального представительства приурочено к 98-летию Чувашского национального музея и намечено на 12 февраля.